Если у вас есть пустые 5-литровые бутылки из-под воды, то не выбрасывайте их, а приносите в театр. Ангажемент запустил творческую экологическую акцию «Пластик можно обменять на билеты в театр». Зрители смогут не только бесплатно посмотреть премьеру «Остров сокровищ», но и внести свой вклад в создание постановки. Это будет планета-свалка по задумке режиссера, на которой происходят разные события, поднимающие вопросы чести, доблести, отваги, дружбы и разные вот такие вот нравственные вопросы. Декорации будут сделаны также из разных старых вещей, со строек, вот бутылки пластиковые, 5-литровые. Те, кто принесет в театр от 5 бутылок и более, получат приглашение на 2 персоны. Всего же для декорации «Острова сокровищ» необходимо около 500 бутылок. Премьера запланирована на 30 сентября, так что поторопитесь, если хотите увидеть спектакль бесплатно, ведь на создание декораций тоже необходимо время.